Друзья, всем привет! Хочу вам показать ключик, которому более 40 лет. То есть, вот видите, какие раньше делали ключи. Ну, наверное, сейчас такие тоже делают, но это именно тот ключ тех времен. Он у нас на работе лежит давно, им никто не пользуется. Вот, но вот вчера был такой момент, что нужно было открутить рукав. Вот такой вот рукав, и под рукой не было другого ключа. И вот я решил воспользоваться этим ключом. Ну что вы думаете? У меня получилось им открутить. То есть вот видно, вот зуб заходит, то есть он хорошо цепляет. То есть я его и открутил рукав, и закрутил. Ну только сюда нужно трубку. То есть нашел трубку, надел, ну, чтобы рычаг был. И можно им крутить. То есть вот у меня вопрос. У вас такие ключи лежат? Ну они, видимо, либо самодельные, либо их где-то да в депо там делали. Короче, вот такой вот древний ключ. Значит, ну что им можно еще открутить? Пробовал я другие гайки. Ну, давайте на вагоне посмотрим, что здесь можно. Тут, конечно, не покрутишь. Вот, но, к примеру, рычажку, да. Так, тут исключенные вагоны. Давайте тут посмотрим, что здесь можно покрутить этим ключом. Вот, да, а большое, а маленькое где регулирую. В принципе, тоже цепляет, да, можно крутить. Конечно, трубу уже не зацепит, если все крутить. Трубу она не цепляет. Ну, вот такие вот большие гайки, да, вот можно. То есть попытаться открутить рукав, вот эти вот гайки. Значит, гайки на крепительной крышке. Ну, он цепляет. Вот. Ну, как бы будет слизываться. То есть для таких гаек поменьше уже не пойдет. Короче, вот такой вот древний ключик. То есть если зубья из хорошего металла, то он, ну, само изделие, если будет из хорошего металла, то как бы им можно крутить. Вот такой ключик у нас лежит. Нету на нем никаких опознавательных знаков. Вот. Но, видите, есть такой ключик интересный. У вас такие были или нет, можете писать в комментариях. Вот. Ну а на этом все, друзья. Подписывайся на мой канал, ставим лайчонки. До свидания.